Превышение скоростного режима – одно из главных нарушений, с которым сталкиваются сотрудники ГАИ. Только в 2014 году представителями госавтоинспекции было выявлено порядка 80 тысяч случаев. К сожалению, не все автовладельцы осознают, что скорость хороша лишь в спорте. При перемещении по дорогам и автомагистралям на кону стоят не награды и медали, а здоровье и человеческие судьбы. На дороге скорость приводит, как правило, либо к инвалидному креслу, либо к летальному исходу. Поэтому в целях своевременного контроля, а также фактов пресечения нарушений правил дорожного движения в части превышения установленной скорости движения сотрудниками госавтоинспекции осуществляется постоянный контроль. Плюс ко всему активно привлекаются и передвижные мобильные датчики контроля скорости движения. Отсутствие непосредственно сотрудника ГАИ на дороге сегодня не является возможностью для вседозволенности. С уверенностью говорят технические разработчики. Хорошим способом проверки соблюдения установленных скоростных режимов являются мобильные датчики контроля. В копилке плюсов использования устройства – возможность при необходимости перемещения прибора в любую местность. Считывающее устройство реагирует на нарушение, запечатлевая лихача и номер его транспортного средства, который без труда различим даже в нелетную погоду. Информация поступает в головной компьютер, который обрабатывает, выносит решение, и работникам ГАИ остается только завизировать и отправить нарушителя. Теперь фотосессии для нарушителей будут проводиться чаще. Мобильные датчики фиксации скорости пропишутся на улицах Бреста, каждый раз меняя свое местоположение. Для такой техники ни дневная, ни ночная работа не сможет создать никаких сложностей. Это, безусловно, станет хорошим стимулом для тех, кто не хотел бы в один прекрасный день найти в своем почтовом ящике так называемое письмо счастья.